В редакцию телекомпании «Город» обратились неравнодушные жители Рязани. Они сообщили, что на улице Энгельса долгое время во дворе жилых домов не убирают мусор. Кроме того, рязанцы обратили внимание на то, что с 1 июля вступает в силу распоряжение правительства Российской Федерации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Одновременно с этим ожидается увеличение цен и за вывоз мусора. Однако уже сейчас горожане остаются недовольными качеством его уборки. С каждым годом тарифы на мусор все повышаются и повышаются. Одновременно с этим мусор во дворах все прибавляется, прибавляется и прибавляется. Местные жители рассказали, что еще недавно на этом месте можно было наблюдать порядок. Здесь стояли оборудованные мусорные контейнеры на специально отведенной для этого площадке. Теперь же мусор не влезает в единственный контейнер. Конечно, здесь стояли 3 контейнера, здесь раньше было. А потом взяли, огорожено было этим, как он, ну, рифленый такой, железо. Нормально было огорожено. Потом взяли, сломали, вообще контейнера убрали. А у нас народ какой, как привык, и бросает, туда и бросает. Это давно, это вот давно, я всего 2 года живу, и вот это вот 2 года все происходит. Вот те мусорные, все вывозят хорошо, а тут никто ничего не вывозит. Ну, наши ЖКО пофигисты, по-русски сказать. Многие из горожан продолжают думать, что за вывоз мусора отвечают управляющие компании домов, в которых они живут. На самом деле на территории региона действует единый мусорный оператор. Во время съемок этого сюжета на место приехала специальная машина. Работники убрали мусор частично, собрав с земли только крупногабаритный груз. Жители остаются недовольны такой ситуацией. Они говорят о том, что этот бак долгое время остается неубранным. Как мы вот люди, мы же все платим. Почему я должна жить в таком гадюшнике напротив моего дома, да? Подорожание тарифов вызывает у людей удивление. По словам рязанцев, они уже привыкли к тому, что цены растут. Однако взамен на это им бы хотелось видеть чистые дворы и места для сбора мусора.